Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем неконтекстуальный разбор первого послания Петра, первой главы. Сегодня 12 стих. Им было открыто, что они служители не для себя, а для вас, когда возвещали то, что ныне в силе послано с небес Святого Духа, проповедано вам теми, кто принес радостную весть. То, во что даже ангелы жаждут заглянуть. Пророки Ветхого Завета – это люди, которые хорошо понимают, что вещи, о которых они говорят, вот те благословения, о которых они пророчествовали, возможно, не будут принадлежать им самим. То есть настоящее служение – это служение, когда мы отдаем. Писание говорит, блаженнее отдавать, нежели принимать. Сегодня современная форма служения говорит о том, что я нуждаюсь в неком поощрении от Бога, я нуждаюсь, чтобы Бог дал мне там конфетку, какой-то знак с неба, о том, что я все правильно делаю, подтвердил. И мы смотрим на других служителей, оцениваем их по конфеткам, которые они держат в своей конфетнице. Но настоящий пророк, он понимает, что в то, в чем, да не только пророк, любой служитель, он, служа другим людям, он нацелен на то, что он является человеком отдачи, не человеком, который должен распространить собственные пределы, обогатиться, получить некое признание, престиж и так далее. Это человек, который всегда, абсолютно всегда отдает, не принимает. А когда Бог дает, что бы то ни было, пророку, он принимает это не как плод собственного служения, а как плод своих взаимоотношений с Богом, как некую благодать, как некий дар свыше. Настоящий пророк – это человек, который понимает, что то служение, которое он несет, не служит ему самому. И, соответственно, нуждается в том, чтобы служили ему. И поэтому я не верю в пророков, которые существуют, живут, пророчествуют, служат вне церкви. Сами по себе, не находясь под авторитетом какого бы то ни было пастора или епископа или какого-то другого служителя. Вообще любой служитель, любой человек, который называет себя служителем и не является подотчетным, находится в очень серьезной опасности. Он служит, он отдает, но он не получает. И рано или поздно придет определенное истощение. Он нуждается в том, чтобы кто-то служил ему. Потому что то, что он несет, любой абсолютно служитель, любой проповедник, это великая вещь. Нам вверено слово спасения. Нам не вверена психологическо-тренинговая метода. Нам не вверены организационные какие-то вопросы. Нам вверена самая великая вещь в этом мире. Это слово о спасении. Слово, которое может изменить судьбы не только каждого конкретного человека, но и, наверное, всего мира. Мы обладаем мощнейшей силой. И на нас огромная ответственность, на нас большое давление. На нас оказывается нереальная атака. И мы нуждаемся в помощи и поддержке тех, кто сильнее нас, тех, кто сможет послужить нам. Поэтому пророк, служитель – это человек, который отдает и нуждается в том, чтобы кто-то ему служил. И это то, к чему вообще вот мечтает даже, вот как в новом переводе, да, написано, просто прикоснуться ангелы, заглянуть. Но у нас это в руках. Это в наших устах. Если мы с вами удерживаем это, если мы с вами не используем это в этом мире, то мы делаем большой грех, мы серьезно заблуждаемся, у нас достаточно большие проблемы. Поэтому я бы хотел посоветовать каждому служителю, каждому человеку, который считает себя служителем, называет себя служителем, начните быть благовестниками. Начните видеть, что ваше служение не в том, чтобы руководить толпой людей, не в том, чтобы организовать церковные служения, а в том, чтобы идти спасать погибающих. Это главное. И без этого все остальное теряет всякий смысл.